Привет всем. Обзор опять еды. Но как бы я пытаюсь показать какие-то особенности, что-то интересное здесь. Вот изобретение сети перекресток, которые они сами пекут хлеб. Он как-то ужасно получается. Невкусный. И темный, и белые булки. Добавляют туда соевую муку. Стоит прилично. От 100 рублей килограмм. Ну, не от 100, там 60, от 60 до 150, до 200 рублей. И, ну, очень на вкус даже плохой. Но они почему-то упорно вот пекут, не пойми что. Я и не покупаю там никакой хлеб. Но у них тут мега изобретение. Начальники проснулись, получающие ни за что свои 100 тысяч в месяц и больше. Которые что-то должны типа делать, и они дают задания дурацкие подчиненным переставлять полки с места на место, издеваются, короче, над людьми. Вот, они придумали, как я подозреваю, из той же самой муки некачественной сделать матканаш лаваш. Там печку поставили, и в печке такой вот лепешка, вот здесь она печется. Я не знаю, есть ли там дрова, но если мука некачественная, то какая разница, дрова, не дрова. И, в общем-то, когда хлеб пригорает снизу, это ничего хорошего в этом не вижу. Цена 30 рублей, весит он, по-моему, 250-300 грамм. Ценника не было. Вот такой пакет, на нем ничего не написано, ни даты, ни веса, то есть непонятно. Я так догадывался, какая цена, 30, поэтому и взял. Но если человек берет, он не видит ни веса, ни даты. Ну, на кассе так оказалось, 30 рублей, просто для пробы я взял. Состав, ну, я не знаю, состав, про мука, наверное, и все. Я не думаю, что здесь всякая дрянь добавлена, которую они обычно добавляют. Соевая погонь, е, всякая херобора. Так. Ну, я его уже попробовал. Естественно, если половины нету. Ну, совершенно стандартная дешевая лепешка, которую типа в народного магазина продают 15 рублей 250 грамм, то есть 60 рублей. Здесь получается 90. Никакого особого вкуса нету. То, что это сделано в виде лепешки, тоже ничего не дает. Ему уже, ну, 2 дня, он уже не мега свежий. Был бы свежий, может быть, немножко получше был. И опять же, в зависимости от цены. Если небольшая цена, то можно купить и быстренько съесть, чтобы не лежал, потому что потом он стухнет через несколько дней, как я подозреваю. Потому что часто не засыхает хлеб сейчас, а тухнет, просто плесень на нем образовывается. Вот такое изобретение, перекрестка. Как бы я оценил. И положительно, что они хоть можно не их стандартный вот этот хлеб самопеченый, придурочный, а вот какую-то лепешку купить. Ну, по сути, используется та же самая мука, я считаю, плохая. Резиновый хлеб, опять же.
Ну, тяжело его жевать, резина, вот это вот резиновый называется, вот. Не раскусить. Это то ли мука, то ли что там херово используется. Ну, естественно, для рабов хлеб. То есть так оцениваю на троечку. Не умеют и не хотят они печь хлеб нормальный. Это перекресток, который из карты меня подвел. Все баллы пропали там мои. 100 рублей накопленные. И виноваты именно они. Это все. Пока. Стримаши. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Я все, что найду, все затестирую. Всем пока.